Солдат армянин, если это земли Азербайджана, за что мы воевали? Азе, Эйзи, в Армении все больше вопросов граждане задают Пашиняну и его команде по поводу прошедшей войны. Матерям пропавших без вести армянских солдат удалось поговорить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как передает Азе, Эйзи со ссылкой на Аксар. Эйзи об этом написала одна из матерей на своей странице в социальной сети. По ее словам, родителям удалось задать премьеру ряд интересующих их вопросов. «Мы сообщили ему, что уже 22 дня не можем получить новостей от своих сыновей, военнослужащих». В ответ Пашинян сообщил нам, что эти регионы для нас недоступны, так как это территория Азербайджана, сказала одна из матерей. Один из присутствующих, Давид Катанян, принимавший участие в боевых действиях, сообщил, что пропали без вести трое его друзей и брат которые уехали в Карабах во время первого же сбора. В период ожесточенных боев наши солдаты должны были перейти из точки А в точку Б, но нам не было сказано, где именно находится точка Б. Часть наших ребят заблудились и попали в засаду ВС Азербайджана. Я смог выбраться из засады, но остальные попали в плен. У нас даже командира не было, а на эту операцию нас послал генерал Андроник Макарян. Я знаю, что все эти солдаты живы. Я видел, что с ними обращались нормально. Не могу понять, почему наши власти не могут вернуть их. Что тут говорить, если наш лидер говорит, что это территории Азербайджана? Если это было так, за что мы воевали? сказал Катанян.